Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Панфилов Александр. Я парапсихолог-экстрасенс. И за более чем 7-летний опыт работы с людьми я разработал инновационные технологии в сфере работы нашего сознания, в сфере работы нашего разума. Я научился делать интересные вещи, о которых хочу рассказать вам и рассказать, как вам их научиться делать. Такие, допустим, как быстро убирать головную боль, такие, как стирание тяжелого эмоционального события, такие, как восстановление суставов, сухожилий. Один из первых таких семинаров хочу представить вам – борьба со стрессом как путь к успеху. Как часто стресс нам мешает достигать тех или иных вершин. На семинаре борьбы со стрессом нам с вами будет необходимо пройти такие темы, как умение работать нашим сознанием, такие темы, как убирание тяжелых эмоциональных событий и чистка коридора прошлого, и убирание тяжелых эмоциональных событий другим людям. Да, мы с вами сможем легко и просто воздействовать нашим сознанием на сознание другого человека. Да, мы сможем убирать с вами так тяжелое эмоциональное событие, что человек будет хотеть о нем вспомнить, но не будет это получаться. Ставьте такую цель, чтобы не верить мне и не верить тому знанию, которое я вам буду давать. Потому что вера, к сожалению, ослабляет человека. А знание делает его человеком ведающим, разумным. Поэтому не верьте мне, а ведайте, понимайте, осознавайте. Мы с вами будем стараться работать в этом семинаре как в эксперименте. В семинаре как в практике. А вдруг не получится, а попробуем. А вдруг получится, также попробуем. Старайтесь практиковать. Я буду давать очень много домашнего задания от занятия к занятию, от цикла к циклу, которое вам будет необходимо делать играючи, легко и просто. С вами Александр Панфилов. Продолжаем. Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз. И мы с вами начинаем наш семинар. Перед тем, как начать, хочу вам сказать несколько таких вещей. Первое. В обязательном порядке делайте домашнее задание. Я буду его давать очень много. Поставьте четко понимание, намерение, что вы хотите добиться, чего вы хотите достичь. Просто ли это борьба со стрессом, или это куда большие способности и возможности организма и сознания человека. Можно сказать, сверхспособности. Но раньше эти сверхспособности были нормой. Сейчас они для нас являются сверхспособностями, которые мы будем с вами развивать. И третий момент. Это... В обязательном порядке, если вам что-то не ясно, вы сейчас увидите внизу экрана наши источники, почта и контакты из соцсетей. Пишите на эти аккаунты все вопросы, замечания, предложения. Я и мои специалисты постараемся вам ответить максимально в краткие сроки. Начинаем.